Так. Ну, где-то так, наверное, но вообще-то я думаю, что надо немножко пониже, так. Немножечко вообще тут и, скажем так, давайте, во-первых, чуть пониже, ниже газету, вот так. Во-вторых, сожмем это все. Так, вот. Так. Ну, теперь надо ручки сделать, ножки. Тут защиту, наверное, надо какую-нибудь придумать. Сейчас возьмем еще раз цилиндр. Ну, теперь уже там три. Да не, давайте 5 хотя бы сделаем. 5. Перевернем его по оси R, по оси X на 90. Вот. И вытянем G по Y. Вот так вот. И сожмем по Y. Опля. Сожмем по Y, я сказал. Вот так, чтобы это был щит. Не щит, а такое, на груди такая штука. Так, давайте мы ее сначала еще повернем. Я думаю, что face, poker face, так, хорошо. И теперь возьмем за эту точку и потянем ее. Получим вот такую защиту. Так, как ее лучше расположить, сейчас посмотрим. А, так, 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 так. Объект. П. Отрезали все. Блин, я не знаю, беда у меня. Дело в том, что, ребят, я очень долго работал в синеме, там такой приблуды нет. Поэтому я не привык, что если я добавляю новый предмет в студии, что он с кем-то там связывается с выделенным. Не знаю, это мне кажется, это глупо. Ну, этим ребятам виднее. Смотрим сбоку. На какую-то звезду похоже. Нет, мы ее перевернем сейчас. R. R объект в геометрии. Вот так и начнем поворачивать. R. Я думаю, что вот так будет правильнее. Так, и если мы ее еще повернем R вот по X, то это будет более-менее нормально. Так, ну давайте посмотрим сбоку. Да, мы видим, что мы ерундили немножко. Вот так. Так, и теперь приблизим ее. Вот все. Вот такая защита типа. Так, теперь нам надо руки. Так, как сделать руки? Сейчас подумаем. Я его намеренно делаю не таким уже четким, с деталями, потому что нет смысла. И как бы еще из-за этого я беру, допустим, вот такие. Когда он совсем маленький, ну какой смысл его делать таким? Так, сейчас G по X. Так, и уменьшаем примерно как рука будет, допустим. Так. И немножко его вытягиваем S по X. Так. Далее. Давайте мы его поставим сюда. Смотрим. G. Как бы вот так. И вот так повернем его. Да.
Ну, так вот, да. Все больше на руку, не на робота смахивал, а мы возьмем ее, скажем, Modifier Bevel. Немножко побольше. Вот так. Ну, а здесь нам надо тоже Shift-K тоже взять Mesh куб, вытащить его G сюда по X и начнем уменьшать, но уменьшать поверху S по Z. Так, допустим, да. Потом мы ее разделим на две. Я надеюсь, она ни с чем не связана, да? Так, hit mode. И здесь мы сейчас скажем Ctrl-R. Нет. Ctrl-R. Вот так. И S. S и в сторонку, S по Y. Так, это у нас будут типа доспехи. Наплечники первые, да? Я хочу их вытянуть сюда. E. Вот так. И всю эту катавасию немножко расширить. S по Y. Теперь смотрим спереди, берем нашу штукенцию, тащим ее и опускаем. Ну, побольше сделаем. Так, хорошо. Но вот дополнительно возьмем Edit Mode. Вот эту часть мы немножко вытащим, чтобы она угрожающе получилась. G. Так. И S. Вот. Такая она будет угрожающая штука, да. Так, это у нее какая рука? Левая, да? В левой руке он не должен держать меч, да? Поэтому мы как бы оставим его в левую руку. Мы только скажем Shift-D и чуть меньше ее. Даже эти две надо немножко увеличить, раз понадежнее его сделать такого, да? А то ручка в ней слишком маленькая. С по Y. Опа, секунду. Вот это мне надо увеличить. Если по Y тоже не пойдет. S только может пойти по Z. Z. S по Z. S по Z. Вот так. Ну, теперь немного отодвинем. Это чуть-чуть отодвинем это все уже. Угу. Ну и теперь нам надо еще сделать, так, это наверх поднять немного. Так,
Здесь нам надо сделать еще тут сочленительный сустав. Как его лучше сделать? Ну-ка, если я возьму, допустим, я возьму сейчас здесь, поставлю кое-что. Вот так, да? И теперь возьму треугольничек, а вернее этот цилиндр. Он у нас 5. Ну что ж, устроит. S поменьше. Теперь G по X вытянем. Так, теперь мы ее должны собрать по высоте. И вот эту гайку прилепить вот сюда. Смотрим сверху. Тянем вот сюда. Разворачиваем. Это у нас что, Y? Нет. Это у нас не, ну правильно, Y. R по Y. Все верно. Так. Затягиваем ее туда, куда нужно. G. Надо больше делать. Это вот так, да? Хорошо. Даже чуть ниже надо. Так. А теперь надо сделать здесь Ctrl-R. Расширить вот так. И теперь вот это. Нет, не так. Ctrl-R. И три штуки мне надо. Так. Теперь S по Z. Я теперь сделаю следующее. Я возьму вот это. Нет. Не так. Вот так. И вот так, Shift зажимаем и говорим, что вот используя вот этот по нормалям, вот так. Так, и теперь ребро мне надо. Но то же самое с помощью этого вытягиваем ребро. Опа, нет. Не так, ребята, не это я хотел. Я хотел S. Вот так я хотел. Вот, вот так. Вот такое сочленение я хотел. Но мне придется немножко увеличить этот момент. Придется немножко увеличить S. Вот так. Так, есть. Готово. Ну, тут надо захват сделать сейчас. Такую руку придумать, чтобы она захватывалась. Что это может быть? Если взять тоже, допустим, пятиугольник. Сейчас придумаем что-нибудь. Возьмем пятиугольничек. Так, где у нас сфера? Цилиндр возьмем в этот раз. Так. Вытащим его. G. X. И перевернем тоже по X на 90 градусов. Есть. Так, похоже на кулак немножко. Так, теперь соберем вместе по Y.
Так, и, о, это мало. S по Y где-то вот так и уменьшил. Ну, давайте посмотрим, как он будет смотреться сбоку. Да. Берем, тащим G. Если так, похоже на кулак немножко, да и ладно. Так, дальше нам надо прорезать в нем дырку. Вот, выглядит как перчатка, да? Ой, ее надо было побольше сделать. Давайте. Так, теперь и фейс. Так, бридж. Ну и вот тут я бы такое. А что такое? А, ну все правильно там. Я такой, что вот это еще раз резал, как бы. Вот эти удалю. Фейсы. Угу. Здесь я прорежу. Ctrl-R. Вот так. Так, и теперь сделаю прозрачную, чтобы вот эту, допустим, да, где у нас прозрачность, где у нас точки, тут мне надо вот эту точку, мне надо, вернее, вот эту и эту, мы должны ее опустить. А также по Z. Типа вот так. Ну и, соответственно, эти тоже. Молот держать, допустим, да, если что. Или какую-нибудь алебарду. Так же. Перейти смотрим. Так. Что-то мы тут немножко неправильно сделали. Ну да ладно. Здесь сделаем F.
Тоже закрыли. Вот так. Смотрим. Да. Вполне себе похоже на перчатку, в которой что-то держит. Если заострим вот так, то тоже. Да, вполне сойдет. Так, этот мы сейчас по оси G, по оси Y вот сюда поставим. Так, хотя не надо. Я думаю, что вот так будет достаточно. Единственное, что у него талия слишком большая, на мой взгляд. Слишком я ее. Вот так торс будет правильный. Ну, мы всегда можем, как вам сказать, вот это вот все соединить вместе, да? Скажем, вот это. Единственное, что... Хочу их соединять, потому что, может быть, разное будет. Вот между этим и этим будет разное. То есть, вот сама рука и вот это может быть разное, чем латы эти по цвету. Вполне. Поэтому давайте-ка мы сделаем следующее. Ну, скажем, Shift-D сюда поставим. И теперь RZ. И на 180. Вот так. Смотрим спереди. И ставим на место. Ну, где-то вот тут он будет. Да? Но, скажем так, еще вот кое-что добавить хочется. Вот это как бы должно отходить сюда, наверное. Ну-ка, уже по эпику. Немножко, в всяком случае. А это наоборот. G по Y. Вот. Так должно быть. Вот. Ну и тут тоже, конечно, уже так животать такое. Во. Мощный такой лыцарь. Угу. Главное, изучив простых элементов. На этом пока закончим. Так, где у меня тут?